Когда ты чешку прожимаешь, тоже один к неустойчивости дает. Это на синдре. А, так там все дает. Они вообще уебки хуйню сделали, но. Я в гире вжимаю чешку, вжимаю это, блядь, исповедь. Я смотрю, у меня два стака. Начинаю курить, блядь, дальше. Ладно. Я похилил. Тыкните, тыкните. Поэтому вместо исповеди надо давать гимн. Гимн КД 8 минут. Чешки 2. Сука, а чё? А, вот нашёл. Попробуй найди. Не, я нашёл. Просто надо сейчас еще лутануть. Баллы в рот этих пауков, нахуй. Вот. А в какой я пати, блять? А вот. Да хули винтовка 2000. Надо вот так лупу поставить, чтобы все лутали. Пошли, ушли с центра, ушли, перебежали вот за звездочкой. Сейчас напулят там. И ты потом уже въезжать будем. А кого мы сейчас убили? А, Вальку. Там нету души, да? Не, на Вальке нету. Мы же ее спасли, а не убили. Угу. Ну, хуёво, что нету. Пока тоже нету, там его батя забирает. Слышал, Шектор? Нефиг было ее захиливать, надо было наоборот дать убить её. Да, надо было пиздить. Была бы душа. Все, уже возвращаемся в центр. Так вы ее спасли, она дала это вам, блять, осколок. Что ты, блять, это выебываешься, там сидишь? Я вообще не выебываюсь, я радостно, как не знаю кто. Ты бы видел мою улыбку на лице. Я слышу ее. У меня с каждым осколком настроение все выше и выше. Лыба все шире и шире. Какой у тебя осколок? 22. Я боюсь, что как 50 буду пасть по релесу случайно. Такая недолгая радость, это бы большая, он собирал, такая улыбка была на лице, нахуй. И тут же, блядь, захожу, нахуй, читаю обнову, блядь, просто, нахуй, основную домашнюю способность на 40%, нахуй, порезали, блядь. Уёбки, блядь. И я прихожу на босса просто, у меня ДПС точно такой же, блядь, шейм, как был без шейма. Без шейма бы вообще перестал дамажить, нахуй. Называли бы вагоном опять. Админы Сируса любят такую хуйню. Не, самое веселое это было, когда у тебя, блядь, в шее, нахуй, 3 лкашных камня было, блядь, когда на личе. Не, мне интересно, что они, сука, сделали с проками? Вот вчера или позавчера было? Да вот с миг бы этого обнову. Вот сразу после них все, жопа полная пошла. Они вот, когда элемов починили, короче, была хуйня. Варом опять сломали, как только делали Т4, короче, ты слэм скидывал прок, который с таланта в фурике, и у тебя скидывался вместе с ним, короче, Т4. То есть ты скидывал Т4 и с таланта тоже скидывался. Одновременно два тратилось, если они одновременно прокнули. Вот они как только починили элемов, сломалась вот эта хуйня, опять стало прокать, ну, с одного нажатия ты сразу два прока тратишь. Сейчас они вроде вчера вроде вернули обратно. Ну, неделя, блядь, понадобилась, чтобы вернуть все обратно. История-то где там? У него свет выключил. Он говорил, включил, а сейчас зайдет. Чем мне безумно интересно, откуда взялась 10 рейтинга скорости? Просто из нифига. Завис, блять, как обычно.
Я так понял, короче, мы груля не будем, да, сегодня бить? Вообще хотелось бы. Ну, сейчас посмотрим, как люди, типа, если они, ну, выдержат еще посидеть немножко. Смотаемся, посмотрим. Вы полетите на груле? Не, мы не просто груля? Не пошли на него. А. Почему? Потому что неизвестно, что там. Ну вот если бы мы там час провайпались, мы бы целка вообще никогда не прошли на фронт. Испугались, короче. Мы и так тут... Обосрались. Да. Где? Почему не возьму? А я не стал заморачиваться. Я мне что предло... Я, короче, нажал рандомный никнейм, короче, там Лисирус предлагает. Понял. Я такой посмотрел, первый такой создал, там какая-то херня была, а второй такой раз думал, о, прикольно, короткий вроде, так еще что-то читается, и оставил его, даже не стал. А, ты Гришечка. Надо было Big Damage Mage создавать, смотри. А? Надо было супер оригинальный ник делать, Big Damage Mage. Ну, прикольно, этот, кстати, тоже. Big просто Big, Big Mage. Не, это, блядь, СП, говорит, надо было... Биг Мак надо было назвать. Биг Мак, а еще и Таурена выбрать, ну. Чтоб вообще по-суровому быть. А хули там ХП, кстати, больше, так бы ты не сдыхал. Минус камень на стамину. Дамажил бы больше. Не 1500, а 1700, блин. Ну, ты даже таланты еще не делал. Ты даже таланты не делал? Не, ну я как качался в этот, у меня, чтобы ауешить, я пачки собирал. Я понял, блять. И просто их дождиком заливал, прям заебись. Там их замедляешь, они даже до тебя не доходят. Прям да, по 7, по 8 мобов, короче, собирал. Прям вообще тема. Там, когда сегодня сервер вылетел, я прям в этом, в Борейской тундре, блядь, сразу 6 уровней качнул. Наверху там, где дохуя трэша. Даже квесты не делал. Жалко, с этих драконов нет души, нахуй. Вообще хуёво. С одного диска. Они же не призваны. Слышишь? С какого? С криптохруста? Не помню, но, короче, с одного есть душа. С того нету. Значит, с этого есть. Синдрагосы. Синдри точно есть, там 50 душ. На сегодня лутал с одного дракона. С крипта душа есть. Заебись. Ах ты, сука. Бля, сейчас прикольно было, пиздец. Я, короче, делаю в последний момент блинк перед рассказом рёвом, нахуй, меня так резко-резко назад откидывает в эфире. В общем, проверим. Твоя душа теперь моя, она в натуре есть. Сука, сбился каст, тварь. Ну, пойдем кто-нибудь еще по СРТ? Кто-то Г10, например. Да, да. Хочу сходить. Надо еще сгонять на этого, на груля глянуть, чего там как. Ну, если люди спать совсем не рассыпятся. Вот два окна, что тогда пойду, скорее всего. Нифига себе, я тогда пойду в следующий РТ. Не, я это, что... Я-то мусор пособираю какой-нибудь, там, может, жезл, посох, какая-нибудь такая залупа упадет, чего не надо. Шучу-то. Короче, мифик полностью полагал, я не знаю, вообще все заглючило. Ты ждем, пока разглючишь. Да, я быстрее сам дам, ты пиздец, пока сам он жду. Потому что игру сделали как-то так. Когда я играю, мне не глючит. В натуре. Пусть меняются. Сидишь, получается, да? Сейчас его там научат играть. Вот там, вот там малой. Дочка. Дочка, походу, мифика. Я, говорит, я когда играю... Он говорил, что у него девочка. Да я играю, у меня не глюк. Сейчас она им починит комп. Не, говорю, она сейчас сядет, блядь, и все сделает, нахуй. Ты еще раз лучше, чем он. Все, и укусы будет передавать. Раздуплился мифик. Да, там у меня когда видюха сгорела, она. Ты шкаф. Охуенное начало истории, говорю, когда видюха сгорела.
А, в самом шкаф надо? Да. Ёбаный вы. Не беспокойся, блядь, я уже долетел. Уровисты, если чё, эти. Сопроты берите все. Чтоб не сдохнуть на синдре. Ну тыкните. Еще 27 минут. А, ну хорошо. И сразу в катайбенвис находим. Сразу да, нажимаем, да начинать. На связи танчик, да? Да, он будет первый. Что, тут сильно по пиздаку прилетает магом, да? Да, сильно. Свапнуть этот доспех. Все, пошли, да, свапнишь. Пошли, запускаем. На связи. Так, подожди, да. Стой, остановись. Спускайтесь, ну, типа, уже все. Уже босс летит. Человек. Сейчас просто увидишь всю тактику. Не беспокойся. Даже можешь не дамажить. Там просто надо будет синяя меточка над головой. Ее просто вынести надо будет. На связи, ты чё? Чё, проспал, что ли, блядь? Ты не беспокойся, тут ничего такого страшного нет. Сейчас все увидишь. Да, на связи проспал. Вот сейчас ты бьешь. Я вижу, вот про освобожденку можешь не говорить, типа. Тут на третий... Не флудите, блядь, ближе к боссу подойдите, РДДшники, чтобы вас не притянуло, блядь, два раза. Короче, я не знаю, мне что-то висит, но прям жестоко. Типа похуй, да, вообще? Попросил не флудить, все равно флудите, блядь. Он видишь, а, нет, там залагало. Залагало. Мифик, ты тут? Мифик, вниз неси крестик, кто там с меткой крестик? Эдер, Эдер, отойди от него, блядь, чтобы не убить. Хватит. О, убивайте уже, босс спускается. Ебаная освобожденка. Ладно. На мужика. Ближе подходите, РДД, сейчас будет притяжка. Беги, малышка, беги! Уедем, блядь, одну скинул, вторую прилетела. Хули, блядь. Чё, право-лево не существует, да? Ну ладно, хотя бы так. Бежит на меня вдвоем, смотрит, такие воид стоит, нахуй. Один хуй бежит туда. Перейдем, разобьем. Разобей, разобьете, успеете. Разумеется. Это собачонок. Ближе подойдите, сейчас будет протяжка. Беги, малышка, беги! Чуть не успел. Надо успеть перевести, блядь. До взлетки.
Тварь ебаная, нахуй. Чуть-чуть. На 1%. Это все мифик дохлый, блядь. Да, на меня освобожденка 4 раза кинулась, блядь. Когда задохнулся. Это сейчас вторая фаза, смотрите аккуратнее. Все в кругляшок встаньте. И с меточкой Мэтт Фокс выноси в звездочку, остальные все отбежали, в кругляшок встали. Сразу Мэтт Фокса разбиваем. Мифик сейчас зайдет, я компьютер полностью перезагрузил. Я понял, красава, блядь, все, давай, не входи. Убейте быстрее глыбу, сейчас еще одна поедет. А свистофляга, беги звездочку, его не убиваем, не трогаем. Ну ничего сложного, свистофляга. В кругляшок. Ну вот про это хотел спросить, как разносятся метки на этой фазе. Так, никто не трогает, сейчас будет протяжка. Не бейте, блядь, ее. Вперед, еще одну неси, рядом, беги, беги рядом выноси, ставь. Сука, ну куда ты? Куда ты, блядь, ладно, все, стой там, не шевелись, блядь, все, пожалуйста, не шевелись. Стоим за звезд, все в кругляшке стоим, никто не бежит туда, блин. Сейчас притяг, все, давайте убиваем обе. Выноси влажный, выноси в звездочку, ставь влажный в звездочку. Не. Все, влажного сразу выбиваем. Так, о, эксис. Блять, какие же у вас аниги, блядь. Окс. Тоже убиваем его сразу. KFC. Пушить хочешь, да? Ну ладно. Ну. А, Шектор. Так, это тоже разбиваем. Сейчас. А... Да, да, разбиваем. Да, на следующий. Сейчас следующую метку звездочку ставим. На мне, да? Стаки не скинул. Да, мне была метка. Тучу нажму, ничего страшного. Ага, вот так даже, на. Ебаная сломанная игра. Ну как такое вообще возможно, блядь? Ца ебаная, на. Да вообще пиздец. Палим. Я еще не замерз, она уже притянула, блядь. И такое два раза было в мире у нас. Мышь ебучая, блядь. Админы с этой хуйней не помогают, говорят. Я так понимаю, стаки освобожденки я до бесконечности копить не смогу. Ну да. Нет. На третьей фазе нет. На третьей фазе ты просто не дамажишь. На первой, если ты маг, ты можешь блоком скинуть. Ну типа 2-3 стака ты можешь скинуть, при условии, что за каждым склепом ты скидываешь 3... Не, просто мне вот я интересно, если я буду прям кастовать... Секундный дебаф не спадет с тебя, они будут копиться. Когда он спадет, ты больше не будешь их накапливать. Поэтому они взорвутся, сколько ты успеешь накопить. Ну, типа подряд не всегда кидается. Суть, ты можешь первую освобожденку тупо кастовать, блядь, дамажить на все деньги, накопить максимальное количество стаков эти 30 секунд, и потом, блядь. Ответ не будет прилетать, глыбу нажать просто и все. Только не проебаться надо с этим. Там, по-моему, можно сразу глыбу нажать, скинуть с себя дебаф и просто дамажить уже без ста. А, да? Даже так можно. Мифик, ты тут? Да, уже все. Сейчас зашел, сейчас прогружусь. Пиздец, все поглючило, все это. И я вот сейчас захожу. По-любому тебе малая там помогла. Не. Она мне помогла. Она так и может Лану побежать бить. Одинокого. Пацаны вообще, ребята. Да. Бля, тебе пока прогрузит. Идера, братан, ты тут? Брателло. Что, иду? Нет. Ты на Синдре вообще смекаешь, что ты протупил сейчас на этом трайке? Да чай налью.
специально ради меня нажал связующее, да, один раз? ДЦшник. А что, он тебе стримит? Не-не, он. Я вижу у него это, в хиле. Ты, короче, есть один раз. Ты, короче, не про то пишешь мне, Идера. Я тебе пишу, вот когда метка первая бежала, ты стоял под боссом и бил. Да при чем тут балкон? Ты заморозился в лишний склеп, понял, да? Вот этого не должно быть. Вообще ни в коем случае. То, что мы все упали, это, ну, это баг синдры. Ты смотри... Когда до воздушной фазы 10 секунд, ты не должен стоять бить босса, тебе не хватит времени отбежать оттуда. Мифик, ты портуешься к нам или что? Да, да, сейчас. Да вот, только прогрузился, я не знаю. Я когда захожу, мне оно, ну, не знаю, минуты две где-то прогруживается. Опять компьютер сгорит, сука, блядь. Ты что, берешь себе компьютеры для того, чтобы их ломать? Так дело в том, что... Жри рыбу, а то исчезнет. Давайте, блин, не ебланим на синдре, и лича уже надо ебашить. Надо наебашить. Там все готовы, если что, пошли, спускаемся вниз. Не ССС. Блин, МК нету, нам не надо. А можно плюсом крест дать, а не прот? Ага, плюсом крест вообще заявились будет. Ну что, у нас два пала? У нас три пала. Три. Ну вот, все бафы были. Ну вот у меня кулак есть, и прота есть, и каска есть, а МП5 нету. Вот то кулак дает по друидам, дайте крест. Пожалуйста. Лежа, подходите, я РДД вас два раза не притянул. Беги, малышка, беги! Один притягивает, блядь, два раза. Это уебищная хуйня. Кто там стрим смотрит? 6 человек. Когда в глыбе стоишь, время бежит быстрее. Почему-то. Я вот задыхаюсь уже. Я тоже задыхаюсь. Скоро умру. Еще у меня в глыбе тринкеты проходят, пацаны. Больше всего бесит, блядь. Еще и освобожденка сразу. Сука, нахуй. Только вот одну скипнул освобожденку, но мне сразу же вторая кидается, блядь. Я шипешник, тебе можно. Ай, блядь, сейчас это. Прохильте меня, меня сейчас убить можно. Спасибо. Смотрите, чтобы у вас через щель тролл, ты свистов лягал, вы что, в щель попали, да? Да. Да. Щель нахуй, она не бережет вообще никого, не щадит просто. Не бережет, блядь, лол. Ой, я тоже нахуй попал в щель. Ой, бля, бичи.
Ну, бля, Черри-то, она, знаешь, она какая-то это неожиданная, блин. Ни разу таких не видел вообще на себе. Неожиданная щель. Сверхъестественная щель. Ага. Щель, видит, вот какая-то. Опять освобожден. Надо перевести нахуй в этот раз, я ебал третью взлетку. ПС и Вови сыграть. Было бы МК, уже бы перевели, но так будет притяжка. Беги, малышка, беги! Сейчас успеваем. Сука, третья, блядь, подряд, да иди ты нахуй просто, блядь, ну это нечестно. Потом хлопнешь. Так я же хлопал только что, блядь. А, ну тогда скидывай. А, у нас уже фаза, холи ДЦ, иди звездочку, поебал, что фаза у нас уже. Добиваем его сразу. Так. Дамажим. Меняю. Ой-ой. А, давай, Седжи, беги. Ставим, стоим, не бьем. Стоим, не бьем. Сейчас будет притяжка. Сюда бы колу взять. Должна быть сейчас притяжка, вот, блядь. На уйди, уйди, уйди! На связи, уйди! Рядом беги, рядом к этой глыбе, вставай просто ставь, рядом. Да, с глыбой! Рядом, блядь, глыбе, блядь! Алло, ты, нахуй. Ты чё такие тугие-то просто? Все, сейчас пиздец. Будет притяжка. Не разбейте, блядь, глыбу, нахуй, долб... Я понял, нахуй. Ложную подкрасал. Я сокру отдал. Ладно. А, давай, реферсет, шаман, шаман, беги в звёздочку. Шаман, реф... Я красава, блядь. Сука, что ж так нервно все, нахуй, я не дамажу босса, нахуй. Короче, я гем на хп кастую, прохиливайте это говно. Сильно. На демен, 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 беги туда. Так. Быстрее разбиваем его. Меняю. Вот Фьюри. Чё? Беги, блядь, звезды, чё, блядь. Как дела у тебя? Разбиваем его сразу. Хорош, руки вверх, ёпта. Сдавайся. Танка прохил. Вы чё, ёлки? Чё, блядь? Равняй нахуй. Сейчас сразу... Притяжка, кстати говоря, сместились все за глыбу сейчас. Звёздочку, звёздочку, звёздочку. Поставь, поставь туда. Ага, ровись. Сейчас Алинбер нарез. Вот сейчас я встаю. Притяжка. Не улетите, блядь, не сдохните. Спрячьтесь все за глыбы. Что у нас? Я гимн дал. Да, разбивайте да, быстрее. А, Идера, Идера, yeah. Идера, беги в звездочку. В звездочку и стой там, блядь. Котэм, дайте на ману. Так, давайте, наверное, эту. Это последнее. Продолжаем, продолжаем да. Носить, носить. Не звездочку разбивать, просто Геру. Давайте. Танка хил, блядь, вы чё? Танка хил. Равист, беги выноси. Геру дайте, блядь, говорю. Ушли оттуда, что это? Разбиваем человека. Блядь, опять освобождаем кейбана. Мардаун. Бегу, бегу. Милики, уйдите, не заморозьтесь. Милики, сука. Какой-то бич, смотри, сейчас заморозится. Нет, никто не заморозился. А. Так, чё там? Вот сейчас притяжку, по идее, должна была бить. Это... Сейчас давай, будет на этой глыбе. Звездочку, звездочку, звездочку. Сейчас ставь. Будет, сейчас будет. Меняю. Уходи на связи. Вам не сдохну, все. Все это разбивает, остальные все в сторону, босса набивают. Холи, выйди. В сторону убегай, Холи, да все. Только подъебала, никогда не беги. Нахуй я ставку освобожденку, блядь. Еще с умру. Наконец. Стоит нахуй. Что за экшен, блядь? Какой-то. Э-э-э.
защитник. Кирсури закинул. Осколок. Там на тоненького, там по таймеру должна уже была быть протяжка, по идее. Я хукмастер отдам кому-то там, Мэтфокс, вон ему кинем. Ну, Валик, не сагрите наличие там. Сколок, да? Да-да-да. Не сагрите, Валик. Высасывание души, хорош. Ебать. Высасываю. Жаль, слича нельзя высосать. Ну, 800 душ пишет. Может, еще репарм чуть-чуть побегать и десятку закрыть. И все. Да я ебал такой хуйню заниматься. Не, десятку там можно закрыть. Время нету. Да, до него пока очень дойдет. В десятке на фул там 500 душ. Ну, норм. 500. Там чуть-чуть репарм. Сейчас она обратно полетит, не с пуль. 25-ки герб сосать. Сосать у лича. Ну, это мы уже сделали. 50 раз пососали, нахуй. Не, ну у лича-то поменьше, наверное. Ну ладно. У лича поменьше, но я не спорю, блядь. У Синдры по-любому побольше, блядь. Понял бы, слушай, это лича. Прокинешь по дисгрейсу до спула? Истерия. Что, вам надо метки ставить, или вы там это так шарите? Где стоит? Да блять, ну не тупые, наверное, сам. Так шарим. Танки-то знают. Как в Гере вы делали, да? Да нахуй Гере. Не, не, тут ловушек нету. Хукмастер тут. Допускать пора. Хукмастер. Хукмастер. Ну, вот примерно так. Тогда скажи лучше, что мне делать на связи, которые. Ну, босса танчить. Вот. Что это, просто вот стоишь вот в кругляшке, танчишь босса, все, все, что ты делаешь. Людей. Там, короче, все. Смотри, там ты должен вещь такую понимать, что на второй фазе осквернение на тебя тоже может кинуться, и тоже об этом беспокойся. Ну и по возможности, когда лужи нету, или лужа прошла, и вальки летят, тебе надо лича водить вместе с вальками, чтобы они дамажили лича и валик одновременно. И тогда будешь красавчик. Ну еще на жнец душ прожимайся, когда по тебе жнец душ дается. Первый жнец душ вообще можешь молча незыбку сдать. Дальше там что, панцирь, вот хукмастер готов. Домены хули ДЦ. Ну хилы там как бы хилят, но все равно с тебя сейф какой-то должен быть. Все готовы, запускаю. Сейчас рыбу ебану. Или выставили. А духи ловить, там его водить не надо с лестницы? Ты не парься, я там я тебе в момент боя расскажу, куда бежать. А дисплей кто у нас чумо? Наши уже? Мордаунт? Да, Мордаунт. Да. Извини, Шектор? Стопроцентный вариант. Не-не-не, ну вас нет. Мордаунт, ты дисплеишь? Короче, давайте это, блядь, не обосритесь, а то, блядь, что-то последнее. Кому давай? Как-то, блядь, посерьезнее надо. Чтобы это, чума там. В центре, да, говоришь? Держать? В центре, да. Нет. В квадрате. Сейчас здесь. В квадрате? Сейчас здесь. Он тебя обмануть хотел, круг. Я тебе прокинешь истерию, это. По дисгрейсу, да. Если не прокинешь, мы вайпнемся нахуй. Согласен. Сука, пот выпил нахуй, он в КД не ушел, блядь. Поздно выпил, походу. Стрит. Похуй, совершенно похуй. О, так ты не когда у меня бурс закончился. Да, там так и есть, там стрит так и кидаются. 5 разбойников, да. Кстати, охуевая, конечно. После заражения там чувак будет еще. На это, на бесполезных классах накачают. Угу. Магов всяких нам. На, не говорю. Шамана, домен, беги, он туда к шаркающим, к танку выноси чуму, ага. Ты обратно беги. Обратно бегай, все. Мы нам что-то делать себе шипешку. Все правильно. Это лучше, чем Рома. Я тебе давно говорил уже, нахуй, что Рома нахуй не нужен. Нужен шипешка. Рома тоже пригодится. Ну там, как сказать. Рока заебись, ШП лучше.
Мак вообще охуенный, блин. Чума, секунду, прям... смотрим. Свистофляга, беги нахуй. Убегай отсюда. Все, сняли. Возвращайся обратно. Все, мы сейчас его переведем, третью чуму не будет. А нет, Лингрен, на Лингрене чума. Диспельте с Лингрена чума. Духа, духа забирай бы, пожалуйста, умоляю тебя, чтобы не было его в рейде. Там шарик добился. Да, улетит танк, вы чё? Шарики убивайте, РДД там, кто там есть? Там конты, маги, совы. Все убивайте. Слингер, на здесь пойдете чума? Гневного духа. Сейчас гневного духа ведешь так, чтобы он в рейд не дунул этой хуйней. Старайся, чтобы все весь рейд прибегает. Я забрал его. Да, все, чтобы все дунул. Теперь его просто под босса тащи, сферу. Сферу били. Все боссов ставь в ромбик в центр, короче, и все стоят за спину босса. Все, да, вот так, держи его, хорошо. Все встали за спину босса в плащ прям. Все, сейчас вальки появляются. Вальком сразу замедление, станы. Меня не бейте. Я печенью. Уже все, разобьют, все, уже. Все, все, бейте, блядь. Сейчас будет осквернение. Разбежались в разные стороны, валик добейте. Все, обратно в центр, в центр, в центр, в ромбик его ставь обратно. А ставишь сюда так, чтобы он не стоял спиной, спиной, ну, ебалом должен, желательно к осквернению, чтобы спина, ну, короче, не ебалом. Он, короче, не должен стоять спиной к осквернению. В любую сторону, лишь бы он не стоял спиной к осквернению. Там, который уже лежит. Это вальки не должны лететь в осквернение. А лич после, ну, вальки, вальки, вальки со спины стоят. Осквернение? Осквернение, да, с вальками. Сейчас осквернение. Сейчас вальки взяли, осквернение разбежались, вынесли фотку. Все, отводи его. Тут. Ну, стан треугольнику. Где ДПС? Братцы, валькам стан дайте, пожалуйста. Ну нету, сука, у меня на ШП стана, блядь. Ну, сука, я бы дал. Не могу. Все, заебись. Дисгрейси, да? Ага. Кто-то там улетел, короче. 3 секунды осквернения. Вот фокус, рез и дисгрейси, да? Осквернения разбежались. К личу идите, перебегайте на эту сторону. По лицам его к осквернению, сейчас будет варки, лицам к осквернению поверни его. А, меня взяли, блядь. Стану. Лицом или спиной? Да забей хуй, потом это, потом... Потом, ладно. Он не должен стоять. Короче, лицом к осквернению, либо... Короче, вальки всегда появляются со спины, они не должны понести людей в осквернение. То есть, вот думай, либо ты держишь сбоку, либо ты его ебалом к осквернению разворачиваешь. Служи, выйдите. Все, выйдите, служи. Вальки появляются там, где меньше лететь до края, а не в спине лича. Так, для справки. Но если он в центре стоит, они появляются... Короче, нахуй, пизду, блядь. 40%? На край, да. На край. Гимн на хп там, если успеете, и все прожимки. Хилим кого успеем. Ну, я подхилил пару людей. Мифика, мифика, хилим. О, скучкуйтесь, скучкуйтесь. Все, сейчас побьем. Потом порезаем. Рейс есть вставалка? Только не сейчас. Вот Фокса Бэра нет, в принципе, можно полежать ему. И Дера тоже может полежать, так добьем. Дайте Тиндер маркдаун-то. Сейчас 4 хила, главное будет челика в комнату хватать, надо помочь им захилить.
Сферы помогите, сферы помогите. Не бегите на сферу, не бегите на сферу. Сядь, отпусти. Че, помогаем челика сейчас захилить. Центр вести? Нет, на краю. Нет, по краю. На краю, беги на край. На край беги. Вот сюда, где дух стоит. Только подъебало духа, не забегай. Он потому что духов с краю на край должен вызывать. Все, сейчас все побежали. Ну, беги туда, в сторону вон того трона. На противоположную сторону. В сторону, к трону беги, вон туда, где замерзшая глыба стоит. По прямой беги. Оскорнение. Две секунды. Оскорнение разбежались. И кличу, влажный, кличу. Духи на тебя все. Прям летят. Вот сюда, да, приходишь, короче, и разворачиваешь его. Занимаю. Рейд за спину, короче, спиной к трону его разверни, и все, и там стой его, собирай душу, которая в тебя летят. Уже кастует, уже уходим отсюда. Уже уходим, уже переход совершаем. Оскорнение 5 секунд. Сейчас осквернение будет. Отбегаем от него. Не стоим с ним. За лечом прячемся. Жатва 5 секунд. Да, готовимся прохилить, сейчас я помогу. Секунда жатва. Кого? Кого берет, не вижу. Мардаунд. А, хуево. Красного убить тебе надо. И зеленого не уронить. Хилить его тоже. То есть и то, и то надо. Переводи. Прячемся за ничем. Так и добьем мужика. Мужика добиваем. Это из-за меня, да, наверное? Че? Ну да, тебе говорили, отбегай. Майкл Рей теперь, капец. Да не, ГП пиздец, блять. ГП вешай. Кому ты веришь? Ну, у меня камень душ есть. Который не сработал. Вставай, добивай его 10% там. А там вроде не получится встать. Короче, не знаю, я нахуй в следующий раз, может, еще раз попробую параэлить, но если такая хуйня будет, то, блять, меня посреди рейда просто перебивать начинают. Это я тебя перебиваю, да? Ну, кто, блять, еще нахуй? Моим там начинают, блять. Какие-то там, блядь, поучения, там, то есть мои слова начинают там как-то опровергать или еще что-то такое, там, ну, вот этот диалог. Я проебал сейчас, нахуй, треск вернения, мы тупо чуть не вайпнулись из-за этого, пока мы перепирались. В итоге, ну, это залупа полная. И переход. То есть, если ты хочешь, ну, не хочешь реалить, условно говоря, ты хочешь, чтобы за тебя кто-то это делал другой, тебе тогда не мешает другим людям это делать. То есть, если ты хочешь реалить сам, ты реалить тогда сам. Я просто-напросто не буду этого делать. Короче, я понял. Ну, я не знаю, надо пробовать так, чтобы у меня микрофон офнутый был в следующий раз. Сейчас идем без войны и просто скидываем ему кому начислить. Нет, ты сам думай, просто, ну, если ты с этой хуйней соглашаешься, это прям впряга серьезная, бля, это тебе не... Ну, ты бы басово, будь и война, нахуй, это не пуги. Да нет, типа, бля. Да при чем тут пуги, не пуги, просто я человеку объясняю, например, говорю, что он должен стоять спиной к осквернению, если он стоит, ну, лича держит ебалом к осквернению, рейд априори, блядь, стоит за... Стоит за спиной, и он будет в любом случае дальше от центра, и они побегут, ну, полетят вальки в сторону обрыва, то есть от спины. Да мы же как? Мы то же есть... сказали, давай потом, и все, и решили, типа, сразу. Все, фишка, знаешь, в чем? В том, что ты дезинформируешь. То, что ты говоришь, это устаревшая хуйня, это байка. А вальки ну, расскажи появляются... Расскажи ему, пожалуйста, потом об этом, а не когда нам нужно бить босса, и он вот пытается эрелить, но ты его перебиваешь, и... Так мы сразу решили, давай потом. На связи не понимает, что ему делать. Ну, то есть, это прям хуйня. Так это хуйня, ясное дело, хуйня. Ну, просто сейчас, если он будет продолжать эту хуйню объяснять, он поверит в какую-то байку, которая, ну, не так работает, нахуй. Вот смотри. Потом ты его и опровергнешь. Вот смотри. Но никогда человек... Сейчас босс убит, вот смотри. Вот центр, это ромбик, блядь. Если ты поставишь, все встанут 25 человек тут, то они полетят в разные стороны.
Если ты встанешь вот тут, то ты полетишь ровно по этому шипу, по этому направлению. Я показываю, куда полетит, вне зависимости от того, как станет лич. Вот если встанешь тут, полетишь вот сюда, нахуй. Если встанешь вот тут, относительно Робика, полетишь вот сюда, нахуй. Что еще непонятно? И похуй, как ты поставишь лича, можешь его лицом поставить, нахуй, на сквернение, блядь. Главное, где рейд стоит. Главное, где люди стоят, потому что Валька хватает, и она бежит, летит с человеком по крайней, ну, по самой маленькой траектории. Но то ты есть... же во время боя не можешь так рассказывать. Он и говорит, ставь в центр лича, а вы встанете за спину, поверни лицом в осквернение. Ну, это сам рейд должен понимать. Мы полетим от осквернения в другую сторону, если будем стоять за личом. Эта ситуация не подходит ко всем ситуациям, я поэтому и говорю. Смотри, банально. Он бы мог так рассказать, а во время боя он говорит простыми словами, лича в центр, лицом на осквернение. Все, все за спину. Все, все летят точно не в осквернение, коротким путем в другую сторону. То есть, ну, это работает, а потом уже можно объяснить, как это на самом деле работает. Ну вот, лучше на самом деле сразу объяснять, а то будет ситуация, что лужа на пути Валик, и он поставит. Да, блядь. Да, это мы на пуле будем объяснять это, ты будешь ему объяснять, кто-то не заметит осквернение, потому что его не заанонсили, и мы вайпаемся. А что, пучина не надо никому? Ну, клетвохранитель, точнее. Не надо никому. Добивать будем идти? Ну, сейчас посмотрим, сколько людей уйдет спать. Я не стезаняюсь, они не смогут прийти на грудь. А куда ты пойдешь? Ну и народа уже нету, ну. Я обещал с одними оперу посмотреть. Вот так, на сейчас задержался. Оперу. Оперу? Угу. Про Моцарта и Сальери. Ну, все получается, Рой или все-таки идем куда-то? Выйдешь десятку. Сейчас посмотрим, сколько людей. Может, пойдем Груля посмотрим. Что там с Грулем-то? Сейчас я и подам. А его, получается, делали как Никс 2, что ли? Или нет? Замена есть какая-то там? Да нет, откуда там 28 человек. Парам-пам-пам. Так, кто уходит точно, что не пойдет Груля посмотреть, что там на Груле? Так, Груля, получается, оставим. Да я то, что Рви знаю. Остальные пойдут Груля посмотреть? Убьем, не убьем? Ну, я бы в ТТГ десятку сходил и пошел бы спать. Если говоря, ну, если кто-то пойдет. Пошли тогда, это. ТТГ десятку. Иду за шипы, за тапками. С маговский чарк. Сова за Мишкиным этим, который 20% урона снижает. Так, я так понимаю, тапки мы не будем. Сразу лучше до 271. Вообще, на этом КД Груля. Или будем? Ну, не знаю, надо собраться. Ну, точно эти же люди вряд ли все смогут.